Более полумиллиарда учителям. Комитет по образованию, науке, туризму, спорту, делам молодежи ЗАГС Собрания области рассмотрел поправки в бюджет, которые внесли их коллеги. В соответствии с посланием президента Федеральному собранию, начиная с 1 сентября 2020 года, учителям обязаны платить надбавку в размере 5000 рублей за классное руководство. Такие выплаты положены более 6000 педагогов. Еще один вопрос, на который депутаты ЗАГС Собрания обратили внимание, когда думали об изменениях в бюджете, состояние школ и детских загородных оздоровительных лагерей. На подготовку к началу летнего периода и новому учебному году с бюджета выделят 250 миллионов. 21 лагерь получит такую поддержку по миллиону. Вот этого не было очень давно. И сейчас мы обсуждали и говорили о том, чтобы эта практика продолжалась. И это, в общем-то, хорошая тенденция. Полученные деньги школы и дошкольной организации планируют потратить на обновление оборудования, закупку мебели и небольшой ремонт помещений. А вот в лагерях необходимо установить системы видеонаблюдения, охранную сигнализацию, системы пожарной сигнализации. В комитете по образованию уверены, за всем нужен депутатский контроль. Требуется депутатская контроль этих средств выделяемых. Но если говорить о средствах на материально-техническую базу вот этих наших лагерей, то там средства будут выделены сразу же по заключению соглашения муниципальным образованием с департаментом финансов. То есть задержки выделения этих средств не будет. Также отмечают в комитете, дополнительные средства пойдут и на школы искусств. На условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципальных бюджетов стартует капитальный ремонт, реконструкция и оснащение этих учреждений. На эти цели в 2020 году выделят более 82 миллионов рублей.